действительно в отношениях. Леонида Леонидовича Кучма, возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причастности к убийству незаконных действий и к убийству журналиста Георгия Гонгаза и незаконных действий в отношении журналиста Подольского. Действительно, Леонида Даниловича Кучма ограничен выезд за пределы Украины. Соответствующее постановление направлено в Государственную пограничную службу. Расследование этого дела ведется интенсивно и, надеюсь, в ближайшее время будет завершено.